Эти знаки зодиака ждет невероятная удача в сентябре. Сентябрь станет успешным месяцем для представителей этих знаков зодиака. Он обещает им укрепление финансовых позиций, процветание и личное счастье. Овен. Овнов сентябрь будет поливать из рога изобилия. Удача окутает представителей этого знака и станет его верной спутницей. Последние летние деньки лучше посвятить путешествиям и отдыху. Даже безделье окажется не напрасным. Как физическое, так и духовное здоровье полностью наладится. А вот в работе следует проявить внимательность и усердие. Тогда и проблем удастся избежать и с коллегами остаться в хороших отношениях. Личная жизнь также выдастся на славу. Одиноких овнов ждет встреча с будущим избранником. Рак. Сентябрь выдастся для раков гармоничным месяцем и подарит много приятных эмоций. Это время стоит посвятить самому себе. Заняться медитацией, сменить рацион питания, поднять иммунитет. В последние дни лета получится укрепить родственные связи. Особые отношения сложатся с финансами. Вас ждет много работы, но и хорошее вознаграждение за труд. Лев. Для львов сентябрь станет месяцем энергетического подъема. Он подарит представителям этого знака небывалый заряд бодрости. Гармония тоже никуда не исчезнет. Львы смогут укрепить семейные связи, а также разобраться со старыми конфликтами. В первый месяц осени одиноких львов ждут интересные знакомства, которые позже перерастут в крепкую дружбу. Звезды советуют в сентябре расслабиться и отдохнуть, наслаждаясь теплыми деньками. Стрелец. Огромная удача в сентябре ждет и стрельцов. Звезды одарят их множеством положительных эмоций. Особенно благоприятным этот период окажется для налаживания отношений с близкими людьми и своим партнером. Сентябрь также станет фундаментом для будущих карьерных взлетов. Стрельцы познакомятся с потенциальными партнерами. Общее дело, за которое возьметесь вместе с друзьями, принесет только успех. Холостякам наконец-то выпадет шанс завязать красивые, наполненные романтикой отношения. Козерог. Звезды обещают, что козерогов ждет успех в профессиональной сфере. Этот период успеха будет длиться ровно месяц, с 1 по 30 число. В эти дни стоит воспользоваться своим положением, начав устранять проблемы и конфликты. И не забудьте наладить теплые отношения с коллегами. Вас ждет резкий подъем вверх по карьерной лестнице. Никаких конкурентов не предвидится. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в этот топ знаков зодиака, которых ждет невероятная удача в сентябре? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!